Первое документальное упоминание Кишиневе датируется 1436 годом. Документов о развитии города с тех пор в архивах почти нет. Специалисты говорят, что найти информацию еще можно. Для этого нужны археологические раскопки. Но за последние 100 лет на территории Кишинева археологи почти не работали. В последний раз это было в 2010-м. Здесь, вблизи Мазаракиевской церкви, проводились раскопки старого кладбища. Было обнаружено несколько культурных слоев, которые позволяют восстановить данные об определенных этапах развития Кишинева. Также в 2010-м был принят закон об охране археологического наследия и создано профильное агентство. Но перемен историки не почувствовали. Тем временем в историческом центре города растут новострой, а значит, шансов найти новые свидетельства развития города все меньше. Супермен стал... Под землей находятся улицы старого города, руины домов, винных погребов. При непонятных обстоятельствах строятся новые здания. Создается впечатление, что идет соревнование по уничтожению истории Кишинева. Представители властей в очередной раз говорят об отсутствии средств. Ситуация плачевная. На сегодняшний день у нас нет на эти цели никаких фондов. За последние 10-15 лет ни центральные власти, ни министерства не выделили на археологические исследования ни копейки. Сейчас в Кишиневе и пригородах более 100 археологических памятников, которые, по словам специалистов, нужно изучать.